Расскажите топ 5 наиболее эффективных тактик, которые в вашей работе применяете. Какие-то советы, книжки, секреты? Особых у меня секретов нету. Самое главное, у меня девиз – идти в ногу со временем, как сказать, заниматься саморазвитием и оставаться самим собой. Верить в себя, не сдаваться, не паниковать. Что там еще? Идти на пролом. Вот мои фишки, все приемы. Хорошо, тогда, исходя из этих фишек, можно ли сказать, что это у вас своеобразный девиз или миссия, или у вас есть какой-то свой девиз или миссия? Я уже, в принципе, повторюсь, вот это и есть, наверное, мой девиз, чтобы идти в ногу со временем, заниматься саморазвитием и оставаться самим собой. А миссия моя, знаете, какая? Наверное, сеять добро. Очень люблю молодежь, поддерживаю любую молодежь. Какие у вас мечты? О чем вы мечтаете? Я, как, наверное, любая мать, мать детей, мечтаю, чтобы здоровье, счастье, благополучие моих близких. А если в глобальном масштабе, у меня мечта, чтобы Казахстан вошел действительно, хотя бы в десятку развитых стран, чтобы мы победили коррупцию, может быть, это несбыточная мечта, но я так верю в это, и чтобы к власти пришла настоящая, профессиональная, продвинутая молодежь. Вот это моя действительно мечта. И чтобы образование, медицина и культура были на высоком уровне у нас в Казахстане. Потому что без этих трех китов нет развития, нет прогресса вообще в целом, тем более, что касается нашего государства, нашей родины Казахстана. Получается, у вас девиз все-таки за молодежь. За молодежь, да. Потому что ставку я всегда делаю на молодежь. Это наше будущее, как это ни банально звучит.